видам рыбалки я предпочитаю нахлыстовую ловлю. В последнее время отдаю предпочтение стилю тенкара. О нем поговорим особо, но скажу, что это разновидность нахлыста, которая родилась в Японии. Для наших лесных небольших речек вот этот стиль наиболее подходит. Хоть тем, хоть другим способом рыбалка, значит, идет на искусственные мушки. Всегда имея запас какой-то различных мух, но бывает ситуации на наших заросших камышом, мелкими кустарниками, речках зацепы случаются через раз. Поэтому возникают ситуации, когда обрываешь все мухи. Или бывает так, значит, клюет на какую-то мушку, оборвал ее, привязываешь похожую, клев прекращается. Поэтому я всегда с собой имею вот такую вот коробочку с инструментами. Значит, самодельные тесочки, вот, простейшие. Что они из себя представляют? Значит, два болтика М4 с барашками. Резиночку. Все. Между ними у меня сделана еще пружинка, но это можно и не делать. И здесь штифтик. Вот две такие вот детальки. Это изготовить их можно из двух пластинок, имея нехитрый слесарный инструмент, буквально за 5 минут. Вот. Соединяем эти половинки. Окреплю я эти тесочки вот таким образом. Значит, сюда. Вот при себе в своих походах всегда это мой давний спутник. Нож американской фирмы Бергербер. Очень удобный, можно наколоть дровишек для маленькой печки походной. Ну и для разных других лесных нужд. Здесь вот он имеет отверстие. Даже в своих самодельных ножах я вот в лезвии делаю отверстие. Ну, да и так в любом ноже лесном или в ручке, или в лезвии обязательно есть отверстие для темлячка. Так что можно сюда крепить, можно закрепить сюда, сюда. Крепим. И находим подходящий пенек или поваленное дерево, втыкаем этот нож и вяжем мушку. Вот при себе я имею нехитрый такой набор инструментов, самодельный бобинодержатель. Его тоже можно изготовить буквально за считанные минуты. Из трубочки от чупа-чупса, это проволочка диаметром где-то 0,8 мм. А это от кнопок
отрезанные, и нагреваем на зажигалке и вплавляем. Вот получился такой бобинодержатель, легкий, удобный. Так. Также набор монтажной нити. Тоже я их получаю, эти ниточки, из ленточек, которые продаются в магазинах бижутерии. Она распускается, получается нить. Ровница, не крученная, очень прочная. И главное, можно получить нить любых цветов. В рыболовных магазинах продаются вот монтажные нити, но цены на них довольно высокие. Вот. Кроме этого, имею даббинг. Даббинг – это шерсть животных. Кролика, зайца, белки, норки различных цветов. И петушины, перья с петушиного, скальп с петуха для ёршика. А также вот такой перодержатель небольшой. Все этих инструментов вполне достаточно, чтобы в походных условиях связать любую мушку. Так, ну и естественно набор крючков различного размера. Всем привет! В одном из прошлых роликов я рассказал, как в походных условиях можно связать нахлыстовые мушки. Но речь шла о неогруженных мухах. Но чаще рыбалка эффективнее на мухи, имеющие огрузку. И вот чтобы в походных условиях изготовить такие мушки, я с собой на рыбалке имею вот такие инструменты, главным из которых является вот такой вот паяльничек. Куплен он на китайском супермаркете AliExpress. Стоит не очень больших денег, зато позволяет в походных условиях спаять огруженные крючки для вязания мушек типа Gold Head. Это золотая голова мушки с головкой вот такого типа. Или вот такого. Вот. Что из себя он представляет? Значит, а внутри это обычная газовая зажигалка. А на выходе вот здесь сеточка металлическая, она роль катализатора выполняет. Когда газ ее омывает, она начинает нагреваться. Но проще все это показать. Вот здесь есть регулировочный краник для того, чтобы открыть газ. Поджигаем, ждем какое-то время. Подача газа легко регулируется. Вот. Все, процесс пошел. Сеточка накалилась, жало нагревается.
жало нагревается. Нагрев можно подрегулировать. Все. Вот при себе имею вот такой паяльник. Кроме этого, припой и ортофосфорную кислоту. Дальше, что еще имею с собой? Имею с собой, вот я использую дробь. Я не охотник, не знаю, какой номер она, но покупаю, стоит она очень недорого. Покупаю дробинки диаметром где-то от трех до 5 миллиметров. Они дробь свинцовая полностью, поэтому имеет хороший вес. И вот такую вот пластиночку металлическую с засверленными углублениями. Сверлом засверливаю различного диаметра. Для чего это нужно? Вот в одно из этих углублений помещаю дробинку. Это нужно, чтобы она устойчиво не выскакивала. И ножом делаю надрез. Все.